всем, ребята, кентуха на опроводе. И прямо сегодня я пролистаю рарку до самого конца. И притом я не как все блогеры просто пролистаю, я ее еще и куплю. И притом я куплю рарку с наклейкой арканой. И я, ребята, не пожалею времени. Я потрачу очень много времени, но я выберу тот скин, на котором точно есть аркана наклейка. И я постараюсь купить или Gold School, или Punisher. Что вы понимали? Знаете, сколько они сейчас стоят? Вы сейчас просто будете в шоках! Потому что, ребята, если вы еще посмотрите, то Gold School стоит 200к голды, а Punisher стоит 50к голды. И да, прямо сегодня я попытаюсь купить скин с этими наклейками. Но если вам интересно подобное видео, прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой канал. Поехали! Ну что же, ребята, давайте брать скин, который мы же будем с вами листать. То есть у меня вариантов реально довольно-таки много. Я хочу выбрать самые ходовые скины. То есть нужен именно тот скин, на который могли бы реально приклеить Gold School. То есть это или АКР, или это МК. Как ни крути, чаще всего именно на эти оружки приклеят крутые дорогие наклейки. Но, ребята, теперь осталось самое-самое сложное. Надо выбрать именно тот скин, на который могли бы приклеить эти самые наклейки. То есть смотрите, АКР Night Fury не могли приклеить, потому что, ребята, на момент, когда АКР Night Fury вышел на рынок, то Gold School уже стоил 25 тысяч голды, поэтому такие скины мы даже смотреть не будем. Поэтому, ребята, я вам прямо сейчас скажу, какие же у меня есть варианты. И, ребята, вариант номер один — это АКР Карбон. Как ни крути, то этот скин очень популярный, но есть одна небольшая проблема, то что его целых 119 тысяч запросов. Окей, АКР Карбон. Дальше эмочка Про. Тоже, ребята, можно посмотреть, можно полистать. И тут всего лишь 44 тысячи запросов. Дальше, АКР Нана. На АКР Нана реально тоже могли приклеить какой-то крутой Gold School, потому что это тоже очень-очень красивый скин. И, мужики, я скажу честно, я не хочу, чтобы это было просто видео, потому что мне надо снять видео. Я реально сейчас зайду на YouTube, я посмотрю другие ютуберы, какие скины листали, и попытаюсь выбрать именно эксклюзивный скин. И именно его я буду листать, потому что его никто, кроме меня, не листал. И это означает то, что шанс найти редкую наклейку там будет самый-самый большой. 5 minutes later. Ядрить, колотить! Я просто в шоке, ребята. Я посмотрел видео других ютуберов, оказывается, они все кликбейтят, потому что никто ни разу не искал скин больше 30 тысяч запросов. И я, ребята, буду первым. Да! Я решил то, что это будет скин АКР Карбон. Да, это тяжело, да, это сложно. Но я буду первым, кто это сделает. Потому что, ребята, я посмотрел видео других ютуберов, и они реально выбирали скины там, где по 20, ну максимум 25 тысяч запросов. И я хочу быть первым ютубером, который не поленился, а реально выбрал скин, которого 120 тысяч запросов. Потому что, ребята, именно на этом скине реально, реально могут быть крутые дорогие наклейки. И прямо сегодня мы все это с вами узнаем. Но я скажу честно, ребят, листать вручную — это бессмысленно. Но это просто, ну, нереально. Это можно листать бесконечно. Я прямо сейчас скачаю специальные кликеры, которые будут листать вместо меня. Я не поленюсь, потрачу время. Ребят, с вас всего лишь лайк, подписочка. И мы сейчас найдем те самые дорогие и самые редкие наклейки. Так, ребята, я, кажись... Да, да, я все сделал, просто посмотрите. Да, все работает. Я ничего не нажимаю, оно само листается. Это просто идеально. Просто белиссимо. Я могу уходить по своим делам. И все, ребята, встретимся, когда я реально долистаю до самого конца. Но давайте пока что немножко посидим, посмотрим, как же все это работает, потому что мало ли будут какие-то лаги, баги и так далее. Блин, ребята, как же это прекрасно. Я не вручную, а скачал кликер, запарился. И сейчас, ребята, будем просто ждать крутые, дорогие наклейки. Просто, ребята, с вас лайкусик за это. Ну что же, ребята, не зря я себе приготовил чай, потому что прямо сейчас я буду просто наслаждаться и смотреть, как же все программа будет делать вместо меня. Я просто, ребят, пью чаечек и смотрю, мало ли вдруг пролетит какая-либо наклеечка, и вдруг это будет та самая легендарная аркана. Мне, ребята, очень-очень интересно, что же будет, когда долистаю хотя бы 1050, потому что я уверен, никто никогда в жизни не пролистывал АКР Карбон до самого конца, и я один из первых. Поэтому, ребята, я уверен, что сегодня у нас будет жирный улов. Ребята, уже листается, наверное, минут 10, и я понимаю, почему никто из блогеров не выбирал такие скины, как АКР Карбон, потому что это реально самые сложные скины, посмотрите, до сих пор 3 голды за 10 минут, это нереально, но я реально, я попробую. Пока у меня не вылетит Блюстакс, я буду листать в самый низ, надо будет 1 час буду листать, надо будет 2 часа, надо будет 3 часа, надо 4 часа, буду 4 часа листать, потому что, ребята, я хочу поймать ту самую редкую наклейку, я уверен, у меня это выйдет. Но пока что по секрету, я не видел вообще ни одной наклейки, то есть вообще ни одной наклейки я до сих пор не видел. Ладно, ребята, будем искать, будем ждать, верить, надеяться, любить.
Так, ребята, стоп, прошло примерно минут 40, и я уже долистал до наклеек. Да, ребята, пошли наши самые-самые первые наклейки. Что же я тут вижу? Ребят, ну мягко говоря, аркан тут нету. Но зато, если у вас бюджет всего лишь 15 голды, то можете купить очень крутые и очень прикольные наклейки. Ребят, посмотрите. Реально очень много крутых, прикольных наклеечек. Но, к сожалению, ни одной арканы я не вижу. То есть я долистал уже до 300 голды, чтобы понимали. Где аркан? Ну хотя бы одна аркана. Блин, очень много. Вот это, смотрите. Всего лишь 55 голды. Ну если бы я был, ребята, реально бомжом, я бы все купил бы вот такой аркан-бон с крутыми четырьмя наклейками, потому что они просто обалденные. Посмотрите, как же это красиво. Реально уже пошли первые нормальные годные наклеечки. Вот, ребят, Хэллоуин коллекция. Да, вот эта наклейка стоит 550 голды. Давайте посмотрим, что же еще интересненько мы тут можем увидеть. Так, пока что ничего нету, ребят. Ну, слушайте, кажись, арканы будут очень-очень скоро. Посмотрите на вот это, ребята. И это всего лишь 123 голды. Блин, да я бы сам сейчас купил. Обалдеть, какие же все-таки крутые, реально годные наклеечки. А вот, подожди, это арканы или мне показалось? Подождите. Это легендарка, да? Это легендарка, надеюсь. Ребят, это легендарка или нет? Напишите, пожалуйста, в комментарии, потому что я просто в шоке, насколько же все это круто и насколько же это красивые наклейки. Вау! Просто вау! Так, ребят, листаем самый-самый низ. И тут уже, ребята, у нас пошло 6000 голды, чтобы понимали, я уже насколько вниз пролистал, что просто-напросто Стенов 2 лагает и глючит. Он не хочет листать ниже 6000. Стенов 2, пожалуйста, разъясни, потому что мы ищем аркану. Вот такой вот скин стоит 550 голды. Ну, ребята, тоже очень-таки неплохо. Но мы листаем самый-самый низ, и я жду именно арканы. Вот реально, я хочу увидеть именно арканы. Блин, ребят, ну тоже очень прикольные скины. Все неимоверно жестко лагает, но тем не менее, ребята, мы не сдаемся. Все, ребят, будем листать дальше в самый-самый-самый низ. Вы просто посмотрите, что происходит со стендофом. Оно дальше не листает. Я, ребят, долистал до 66 тысяч. Дальше после этого идет 999 и все. Дальше не листает. Стендов 2, ты что? Дай мне снять это видео. Ну что закидал вас, Стендов 2? Не, ребят, у меня уже горит. Я считаю, это ненормально. Стендов 2, я тебя прошу, я тебя умоляю, пожалуйста, развисни. Давайте мы немножко подождем. Я очень надеюсь, что Стендов 2 развиснет, и я смогу дальше долистать самый-самый низ, потому что я хочу АКР Карбон с наклейкой арканой. Ребята, я надеюсь, что вы реально оцените то, что я на это видео потратил очень много времени. Вы посмотрите, куда я долистал. Вы еще просто прорете. Короче, ребят, я долистал до 666 тысяч голды. И за 666 тысяч голды продается такой скин. Обалдеть! И самое-самое интересное, что дальше вниз не листается, потому что Стендов 2 просто-напросто лагает. Окей, ребята, будем ждать дальше. Ждем дальше нормальных скинов, ждем дальше скинов с арканами. То есть, ребята, смотрите, какая ситуация. Прошло реально уже 2 часа, и вы посмотрите, что происходит. Как только я долистаю самый-самый-самый низ, вот какая-то ситуация происходит. И все, и больше ничего, то есть появляются новые скины, какие-то скины пропадают. Я не понимаю, что происходит, мне просто нужна одна аркана и все. Ну, короче, ребят, максимально странная ситуация, даже не знаю, как ее объяснить словами, но пока что аркан я не видел, но рынок нереально жестко лагает. И знаете что? Я понимаю то, что надо менять скин. Я теперь понял, почему никто не берет скины там, где по 120 тысяч запросов, потому что просто нереально долистать до конца. И прямо сейчас, ребята, я попытаюсь долистать до конца эмочку про. Пожелайте мне удачи. Блин, ребят, я так подумал, получается, это единственное видео, на создание которого я потрачу больше 5 часов времени. Поэтому, ребята, пожалуйста, прожмите за это лайк и подпишитесь на мой канал. Надеюсь, эмочка про не будет так сильно лагать, как АКР Карбон. И надеюсь, что я смогу без проблем долистать в самый-самый конец. И мы найдем, наконец-таки, аркану наклейки. Ну что же, дамы и господа, я опять же пролистал эмочку спустя 1 час в самый-самый низ. И знаете что? А в самом низу ничего нету, потому что рынок обратно завис. Я не знаю, ребят, если вы наберете 20 тысяч лайков, то я зайду ночью, когда рынок вообще не будет лагать, и повторю тот же самый эксперимент. Возможно, это из-за того, что сейчас очень много игроков в онлайне. Я не знаю, с чем это связано, просто посмотрите, ребят. Просто скины все пропадают, я не понимаю, что происходит. Но, тем не менее, даже учитывая нереальные лаги рынка, я все-таки долистал до наклеечек. Ребят, какие же наклейки у нас есть?
за 15 голды вы сможете купить вот такую вот замечательную эмочку про. Окей, идемте дальше. За 12 голды вот такую вот наклеечку зона 9. Ну, ребята, нам надо больше. Я хочу вам показать самые крутые, самые красивые наклейки. О! 12 голды. Крутая, красивая легендарка. Ребят, ну реально, очень красивый скин. Я считаю, это просто 5 с плюсом. Так, ребята, давайте же посмотрим, какие же у нас наклейки есть за 50-70 голды. За 50 голды можете купить такие вот крутые 4 наклеечки, ребята. Это тоже очень прикольно. За 45 голды можете купить такую легендарку. Но нам, ребята, надо больше. Я хочу Хэллоуин наклейки. Есть ли тут такие или нет? Но, ребята, как мы видим, к сожалению, таких наклеек нету. Ну, или вариант номер 2. Рынок нереально жестко лагает, и поэтому такие наклейки просто-напросто не отображаются. Поэтому, ребята, я вас очень сильно прошу, давайте ради семьи наберем 20 тысяч лайков. Я зайду ночью, в 3 часа ночи, когда рынок не будет лагать, и постараюсь долистать в самый-самый низ, и тогда уже точно не будет никаких проблем, я точно куплю же тогда наклейку с Арканой. Короче, ребят, сейчас покажу прикол. Вы посмотрите на этот статрек эмочку самурай. Этот скин стоит 800 тысяч голды. Знаете почему? Потому что каждый из этих голдсков стоит по 200 тысяч голды. И это означает только одно, то что, ребята, вот этот вот скин стоит 800 голды. Это практически как мой инвентарь. Какой же он красивый. И я очень надеюсь, что, ребята, в следующем видео мы все-таки сможем найти такой же скин, только гораздо-гораздо дешевле. У меня бюджет до 100 тысяч голды. И я реально готов купить, будь то Каркарбон, будь то еще какой-то крутой скин. Я готов реально купить скин за 100 тысяч голды с 4 голдскулами или панишерами. Но я думаю, вы все прекрасно понимаете то, что еще, ребята, голдскулы мы точно сможем найти на АКРе ТХ. Давайте прямо сейчас просто посмотрим, какие же тут есть наклейки. Тут всего лишь 205 запросов, и меня интересуют только арканы наклейки. Только самые эксклюзивные наклейки. Ребят, вот такие вот тыквы меня вообще никак не интересуют. Они никому не нужны и даром. Давайте, ребята, в самый-самый низ. О, 4000 голды. Вот это вполне адекватная цена. Поэтому, ребята, если кому-то и заслужен такой скин, то АКРТХ 4К голды. Вполне адекватно. Ребята, не может быть, подождите. Там был голдскул или мне показалось? Блин, походу мне показалось. Я уже обрадовался, думал, сейчас куплю на видео. Вот если бы, ребята, вот этот АКРТХ стол до 10К и на нем был голдскул, я бы его, не думая, купил. Но, увы, такой цены нету. Просто посмотрите, я листаю самый-самый низ. И самый дешевый, ребята, голдскул на АКРТХ я нашел за 21 тысячу голды. И если вы хотите, чтобы я купил данный АКРТХ, прямо в эту секунду, ребят, прожмите лайк и подпишитесь на мой канал. Вот это да. Вот это, я понимаю, красивые наклейки, ребят. Вот я скажу честно, на КРТХ реально не жалко приклеить красивую годную наклеечку. Вы просто посмотрите, как же все это годно. Так, ребята, вот еще один голдскул. И цена на данный КРТХ стоит 40К голды. И знаете, что самое-самое интересное? То, что на рынке нету ни одного скина, а КРТХ не статрека, на котором было бы 4 голдскула одновременно. А мне нужен именно такой скин, на котором было бы как минимум 3 голдскула одновременно. Ну что же, мои уважаемые подписчики, с вами был ваш Кентуха. Обязательно подпишитесь, нажмите красную кнопочку, влепите огромнейший лайк. С вами был ваш Кентуха, всех обнял, приподнял. Всем удачи, всем пока.